Так, мы тут остановились на обычном битве. И опять же, Мианское водохранилище уже такую мы видели. Ну, в этот раз вроде как побольше у нас юнитов я нанял.
Враг разгромлен! Мы победили! Так.
Наши укрепления атакуют, Дош разрушил военный район Дирси. Точно не помню. Вроде как разрушить район еще один может он. Только потом будет занимать клетку эту. Город, сохраняющий верность пирате, подвергся нападению команды воздушных головорезов. Нападающие окопались вдоль дороги, которая ведет в город. Сил у них гораздо больше, чем у нас. Расположенном неподалеку кондотьерском аванпосту узнали о том, что здесь происходит. Кондотьеры решили нам помочь. За ними последовал и рудник. Помощь кондотьеров будет очень ценной. Их много, так что мы сможем собрать мощную армию. Полагаю, теперь нам хватит сил, чтобы занять нейтральные территории. Дополнительные войска, конечно, не помешали бы, но можно ударить и сейчас.
наш главный специалист по пирате Ленора. Думаю, стоит с ней проконсультироваться. Так, тут у нас дополнительные задания интересные будут. Теперь, когда мы получили помощь, можно атаковать укрепленные позиции вдоль дороги. Я думаю, чтобы сравнять эти бункеры с землей, хватит нескольких паровых пушек.
Наши сторонники в Пирате подверглись нападению. Надо как можно скорее оказать им помощь. Еще сохраняет верность пирате. Говорят, что нападение Дожа дало нескольким ренегатам-капитанам долгожданный повод провозгласить независимость. У лояльных жителей пираты есть оборудование для строительства истребителей, но они отрезаны от запасов сырья. Сумеем доставить туда ресурсы, они построят нам истребители.
Пираты сдержали слово. Обещанные истребители готовы.
Теперь, когда бункеры разрушены, наши друзья вздохнут свободнее. Думаю, очень скоро они придут к нам на помощь. Может, мы и выиграли эту битву, но что-то здесь не так. У бунтовщиков было больше ресурсов, чем они могли добыть. Кто-то им помогал. Вот. Оказывается, еще один район, который оставался, он его разрушил. И уже на следующий ход он туда встанет. А в то время мы заработали кучу очков всяких. Thank you.
Вот остается территория замок. Здесь квест какой-то. И вот эта территория.